Использовать все удобные для людей ресурсы, а при необходимости встречаться с югорчанами даже выходные, призвала губернатор, управляющие компании и представители органов местного самоуправления сегодня на совещании, тема которого – обращение жителей округа по вопросам работы ЖКХ. Только в первом квартале этого года и только в службу жилищного и строительного надзора Югры поступило порядка 2000 писем. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Граждане не понимают, почему и как рассчитывается плата за услуги жилищно-коммунального хозяйства, жалуются на неудовлетворительное содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, задают много вопросов о вывозе твердых коммунальных отходов. Наталья Комарова дала поручение до 15 июня решить все вопросы, не требующие капитальных затрат, с которыми жители округа обратились, начиная с 1 января этого года.